преследуешь что-то, что к тебе не относится. И это в этой позиции был Никодим. Он приходит к Христу и говорит: мы знаем, кто ты, да знай хоть тресни. Он говорит: надобно тебе переродиться заново. Чувства окружают нас везде. Прямо сейчас ты сидишь, и ты чувствуешь все. Ты чувствуешь теплоту или холод в этом здании. Ты чувствуешь вибрацию моего голоса. Ты видишь, ты слышишь. Мы рождены опираться на чувства. Мы рождены, и у нас нет выхода. Мы все и в мире, в нашем, где мы оперируем и действуем, это нормально, церковь. Так должно быть. На земле все движется переживаниями и чувствами. И если мы что-то не прочувствовали, этого значит не произошло. Ты вообще, твоя жизнь в Боге не имеет ничего общего с твоими чувствами. Жизнь в Боге – это железная вера, и другого быть не может. Вот почему ему нужны отсоединенные от этого мира люди, которые не будут смотреть глазами мира на этот мир, а глазами Бога на этот мир. Иисус вообще одну женщину, которую якобы нужно помиловать, собакой назвал. Алло, у тебя вера есть или ты полон чувств? Мы с вами, не понимая то, что мы уже посажены, то, что мы уже новое творение, то, что мы уже, скажите мне, ученики делали глюки, когда даже мертвых воскрешали? Делали. У них были ошибки? Были. Так объясни мне, почему у них работало, а у нас не работает? А глюки одинаковые. Дьявол прячет от тебя тайну, истину, которую он сделал, просто покрыл ее, то, что ты новое творение во Иисусе Христе. Если ты реально не проходил через освобождение, отречение от этой всей мрази, земной и демонической, послушай сюда, мы все живем в этой лжи. Послушай внимательно. Того, что нам чего-то не достает. Ты уже тот, кто есть. Ты его сын, ты его дочь. Истина побеждает правду, которая говорит мне моя греховная плоть. И ты истиной поражаешь и поражаешь плоть. Вот это называется сораспятие Христу. Сораспятие происходит истиной. Истина распинает плоть со страстями и похотями. Весь Новый Завет кричит нам о том, что мы уже имеем силу и славу. Но мы после рождения свыше не входим в фазу победителя. Мы начинаем достигать фазы победителя. Вы видите маразм, церковь? Бог говорит: я тебя создал победителем. У тебя грех не обращается. Ты поставлен милостью. Церковь, слушайте меня. Ты поставлен милостью в фазу победителя. Алло. Ты не можешь чувствовать, что ты победитель, потому что это милость, говорящая тебе, что ты посажен бесплатно. Ты обратился к правильному Иисусу, и он по плату, там это называется по милости, даровал тебе победу. И Библия говорит от Иоанна 8:32: и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Воздайте славу Богу.